Хочу приготовить сладенькое к чаю. Взяла творог, ну, такой жидковатый, одно яйцо, сахар, клубнику и напекла блинов. Сейчас я сделаю такой крем, заверну в блины и поставлю в духовку. Чтобы было уж совсем вкусно, добавляю еще ванилин. У нас пошел град. Суббота, мы по магазинам, как всегда, пару часов мебельный магазин, нам надо стол и тумбочку под телевизор, посмотри, вот. Конечно, выбор большой, поэтому ездим по многим магазинам, чтобы уже определиться, что нам нравится. Приехали в мебельный магазин немножко посмотреть, что тут есть. Может, что для себя подберем. Вот такие диваны. Стоит 999 евро. А стоил 1469. Ну, ты все хотела вешалку тебе надо. Можно вот это вот поставить. Это вот вместе войдет. Красиво. Выбор, конечно, большой.
Мебель красивая. Какое девчачье кресло, красивенькое такое, розовое. На камеру оно не такое розовое, а на самом деле прям розовое-розовое, красивое. Для девочки, принцессы. А вот и диванчик к этому креслу. Прям хорошенький. 499 евро. Вот еще такая деревянная мебель, очень оригинальная для любителей. Интересно. Оригинальная стеночка. Вот приехали в Икею, еще здесь походим, посмотрим. Уже сегодня у нас будет день такой прогулочный. В Икее, конечно, как все по-домашнему. Как будто до кого-то в гости пришел. Конечно же, мои любимые плюшевые игрушки. Собачки, пингвины, мишки.